Мы тут с Василием в Москву переехали, там снега нет и льда нет, а здесь снега дофига, даже непривычно. Озеро в Челябинской области, мы здесь первый раз. Вроде рыба должна быть. А? Б. Это что тут, где вода-то? Так. Вон. Что, туда думаешь? Да, я вот тот остров и потом раз. Что тут бегать-то? По полтиннику лунок на каждого и пол озера уже обсверлили. Я бы вот отсюда начал, да, и куда-нибудь либо сюда, либо сюда. Что-то народу много сегодня. Вообще, не протолкнуться. Раз, а два. А что-то эти дай посчитаем. Рыбаки вон там, да. Буры вон где стоят. Да. Давай посчитаем. Вон куча народу. Раз, два. Все. А, три вон там сидит где-то. Три вон. В километре, да, есть кто-то. Вот еще один, да. Вон, ну все, толпа. Ах ты, убежал. Глубина метр подо льдом. Солнце встает. Есть. Опа. То ли багрится, то ли играет. Вот он. Мелочь просто. Вот он затихает, если равномерная игра. А вот когда чуть разнообразиваешь горизонт. О, опять был. Сидел. Вот он снизу ловит. Опа. Как он растопырился. Нет. А? Такая же глубина. Вон там. Где? Не был еще. Не был? А-а. А что, это не твои следы? Мои, я просверлил сразу с запасом. А вот это? Че? Был здесь? Вот, я просверлил, еще не был. Первый только. Ну вот это серийное. О! В чем такие? За 100. Это на равномерную проводку не хочет. Вот его опускаешь. Ах ты, убежал прям в лунки. На опускание просто. Лучше всего. Крупнее пошел окунь. Тут подо льдом взял. Прям душевно долбит в эту удочку. Как в спиннинг. Размер такой вообще.
100+. Очень активный на небольшой глубине. О, как, ого! Ах ты! Слушай, только что такой кабан убежал. Сейчас, наверное, он всех распугал. Так и есть. Ух ты. Подо льдом клюет. При опускании. Ох, удары такие. Прям давно такого не было. Это не Таватуй, блин. Темненький. Он как на солнце играет прям. А сколько здесь? Штук 10, наверное. Сейчас на предыдущий. Оторвал ту блесенку ловчую, которая была сначала, окунь. Сейчас вот попробовал поставить пошире, которая была 150 градусов. Но на эту не это, не так хочет. 2,2 грамма с каплей. 1-2 с лунки. Вот, поэтому сейчас завяжу опять 90-ю. Нужно 35-90 нижний центр тяжести. Вот такую надо. 2,4 грамма в самый раз. Сегодня 90-е. 90-е сегодня работает. Ух ты, прям так он его. Давай. Отлично. Сверху встречает. Несколько удивительного, конечно, видеть на метровой глубине, почти в глухозимье, но на такой глубине поклевки злые. Прям если он там есть, он удочку выбивает. Без удочки где-то грамм 5-6. Дядя Вася ловит. Да, руки успели вспотеть, пока я его вымучивал. И чё, как тут? Ну тут мелкие окуни, но рельеф интересный. Ну, что-то есть. А-а-а. Что-то можно разгадывать. Слушай, вот у них у всех во рту какая-то шляпа. Ну, в смысле, трава. Трава, или... да. Да. То ли они пока поднимаются, нагребают. Да вот хрен знает, я тоже сейчас поснимал. Ну, полная пасть травы. Прямо полная пасть, они траву жрут, это вегетарианцы. А вот там вот побольше, там прямо крупничок такой даже есть. Ну, мы там ловили, да? Один горбатенький. У меня блесну скушали одну. Прям съели? Оторвали, ну. И один у меня кабан в лунке убежал. Кубан? Кубан такой хороший, я увидел. Ну это вот с тех лунок. Ага. Такой. Ну, нормальный, 150. Нормальный, да. Да, это, наверное, самый большой. Ну, короче, такие на уху-то пойдут. Дошли до травы.
траве. Точнее, это блесна цепляет. И он вместе с блесной хватает. Опа, здесь опять с травой. Накрутил его. Да нет, такой рабочий. Ну, вот последний вот этот чуть поменьше, но в целом нормально. В траве прям. В соплях, в траве. А? Да. Продолжаю рыбалку в траве. Интересно, что иногда вдоль прям цепляется, не падает блесна. Потихоньку, как по канату спускается. Вот сейчас нет отбоя. Зацепил. По вот этим вот. И вот где-то он между вот этими травой берет. Был. И это не, широко не поиграешь, потому что если отклоняется, то цепляет. Короткие подбросы. Вот он. Цеплял травой. Это еще вредная трава такая. И опускать вот так. Ой. Хотел опустить. Ого, продолговатый. И белый. Потихоньку опускать надо, чтоб не отклонялось. Вот еще один. Это темный. И горбатый. Интересно, так среди камышей потихонечку вот так опускаешь. Вот когда ушел, вот. Оп. Потихоньку, оп. Вот он. Это какой-то этот. А, ну это есть лифт. То есть без игры. Все, вот так раз опускаешь потихоньку. Вот он лифт пошел, пошел. Сейчас должен быть бим. Вот, вот. Лифт. Сейчас не прокатил. Ага. Вон как он. И вот между вот этой вот опускается блесна, между вот этими травами, он где-то там шарахается. О, в сене, ловли в сене. Вот, опускаю среди этих. Все, до какого-то уровня опустил. Все, что ли? Нет, все. Опа. Опускаем. Лифт пошел. Нижний этаж. Вот
Есть, есть. О, чуть посолидней. Так, снова. Есть. Есть. Только мелкий. Самая серийная лунка за сегодня. Среди стеблей травы. Поначалу пришлось выкосить траву немножко. Потом блесна стала более-менее свободно ходить. Даже его отклоняться немножко может. Так. Ну, что-то она топит ее. Это для фотографии. Я смотрю, я вообще не брал рыбу, да? Ты, наверное, да. Я все отпускал вот такую. На уху. На уху. В общем, славно половили. Легче? На 3 часа. За 3 часа. Ну, да. Вот. Давно так на блесну не получалось половить в январе.